Здесь черепачане действуют просто. Есть возможность набросить в сторону ворот. Это, соответственно, исполняется. Морозов. Не самая простая ситуация для него. Передача в центр на Пьянова прошла. А вот дальше Валентина накрыли. Снова Морозов. Теперь уже более простой вариант. Просто по борту. И все равно момент у Северстали возникает. И гости выходят вперед. Егор Морозов принимает поздравления от своих партнеров. Капитан Северстали открывает счет в этой встрече. Не вывели новосибирцы шайбу из своей зоны. И удалось доставить шайбу на пятак, где находился в этот момент как раз Егор Морозов. И красивым движением сумел Морозов свой момент реализовать. Здесь Адам Лишко. У него будет в ассистентах.